Доброе утро! Меня зовут Роман Белов, и я юрист. Помните, если ваши права нарушены, их можно защитить. Мы платим за общедомовые нужды по 300 рублей, но в подъезде одна лампочка. Почему такие большие счета? Как проконтролировать? Куда обращаться? Вам необходимо обратиться в вашу управляющую компанию с заявлением, которое подается в двух экземплярах. На вашем экземпляре вам должны поставить подпись, расшифровку, должность, должностного лица, дату, печать. Эффективнее всего будет обращаться коллективно. Чем больше человек будет, тем лучше. Также вы можете коллективно записаться на прием к директору управляющей компании, на котором вы можете задать все возникающие вопросы по ценам и качеству. В том случае, если все ваши просьбы будут проигнорированы, вы можете обратиться с жалобой в администрацию района, в котором вы проживаете, в прокуратуру или сразу в суд. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по телефону или в социальных сетях. Доброго вам дня!